Много поклонников и виртуального футбола в России и в мире. Недавно в продажу поступила популярная игра FIFA 17. Впервые саундтреком к игре стала русскоязычная песня. Yeah. Автором трека стал московский всем известный рэпер СТ. Он сегодня у нас в гостях. Мы встречаем Саню! Привет! Встречаем! Доброе утро! Привет! Как мы рады тебя видеть! Вот сейчас за СТ очень часто болеют на рэп-баттлах, на этих версусах. Даже вот теперь в русском языке такое слово появилось. Версус да. — это когда два рэпера друг напротив друга опускают друг друга. Мы тебя вызываем сегодня на футбольный анти-версус-баттл и предлагаем тебе его пройти в прямом эфире Radio Energy. В прямом эфире? Да. А слова сочинить прямо сейчас. Хорошо, я могу позаписывать какие-то мысли свои? Да, только смотри, давайте так, не опускаем друг друга, а хвалим. Хвалим команду, за которой вы болеете. Сань болеет за «Спартак». Саймон будет хвалить «Спартак», значит. Не, моя команда вообще «Акурба». «Акурба», я знаю. «Акурба», футбол клуб, да. Они как-то хорошо сыграли с хорошим счетом, я слышал. Какой у них самый главный счет у команды «Акурба»? Даже я знаю, 79-0. Серьезно? Причем они проиграли. Поскольку у нас это антиверсус, у нас, значит, будет вместо ресторатора Горностаева. Пошумим. Пью. Давайте, как он? Пошумим! Всем салютики. И пока ресторатор делает милирование, мы объявляем свой антиверсус батл. Тинесте. Тиестет российского футбола. В тебе больше мяса, чем в сериале «Игра престолов». Когда выходят на поле эти короли из-за меса, на трибунах вершится красно-белое месо. Окей. Так получается, вы первый тайм откатали всухую. Можно сказать, что к победе подошли вплотную. Но тут пиар-ход придумал ваш пресс-секретарь, и во втором тайм на поле не вышел вратарь. Это что, правда? 300 спартанцев в битве при Фермопилах пытались сделать все, что было в их силах. Но они младенцы. У них в руках леденцы. По сравнению с теми, кто носит имя спартаковцы. И ответ СТ. И пусть добавят в Википедию всея Руси, что за Акурба болеет мистер Саймон, DMC. А значит, скоро я верю, в вашу пользу на табло будет счет. Как говорят в Нигерии, Акурба, вперед! О, это было супер! Это был лучший версус! Солнце великий в ушах, новый хит. Счастье, если у тебя в постели утром кто-то храпит. Счастье, если вдруг начальник добавляет тебя в друзья. Счастье, это шоу Black to White, две девчонки и я. Шоу с черным перцем.